заглянем под капот. Что тут у нас? Двигатель установлен, система охлаждения собрана, система электроснабжения собрана, топливная система собрана, рулевое, гидроуправление, все на месте. Так, капот закрываем. Друзья мои вездеходные, всем привет! Сегодня необычное видео. Я снимаю обзор вездехода, который находится позади меня. И снимаю его по заказу зрителя, который является клиентом нашей компании. Из Псковской области. Крутой любитель крутой вездеходной техники. По вашей просьбе, давайте повнимательней посмотрим на него вместе. Собрана вся передняя часть, оперение. Стоит в ряду других вездеходов, работа с которыми еще продолжается. Глубокие подкрылки ждут очень больших колес, классных фирменных колес Тингер. Ну-ка. Вот он, красавец, моргает вам, передает привет. Переднее распашное лобовое стекло установлено с дворником, со стеклоочистителем. Давайте заглянем в салон. Дверь открыта. В салоне кресла смонтированы. Оба кресла. Водительское, пассажирское, с регулировками, с ремнями безопасности. Такой красивый салон у вашего вездехода. Еще продолжается работа по сборке салона, по подключению некоторой электрики. Вот здесь отсутствует часть индикаторов, их еще будут устанавливать. Давайте посмотрим, как работает кнопка включения света. Так, светодиодная люстра установлена. Ох, как ярко светит. Предлагаю вам заглянуть в салон со стороны пассажирской двери. Замочки работают, двери открываются. Дверная карта пассажирская установлена. Также еще необходимо установить подстаканничек. Ручечки. Кармашек есть. Кресло пассажира. Торпеды. Бардачок, еще необходимо смонтировать замочек бардачка. Будет вклеиваться боковое сдвижное стекло. Будет вклеиваться задняя форточка. Задний мост. Сделана разводка под систему подкачки колес. Установлен топливный бак. Но это по временной схеме, потому что здесь, я так понимаю, будет еще кузов. Может быть, кунг вы заказывали, зависит от того, какую комплектацию вы заказали. Работа над вашим вездеходом продолжается. Понимаю, что вы его ждете с нетерпением. Надеюсь, это видео поможет вам скрасить ожидания. Вот он. Моргает вам из Череповца прямо в Псковскую область. Составит классную компанию той коллекции вездеходов, которая у вас уже есть.